Фонд жилищного строительства «Ямала» продолжает работу по заселению микрорайона «Ямальский-1» в Тюмени. Всего же новоселами в новом микрорайоне стали более 850 семей. Сейчас участники программы переселения получают ключи от новых квартир в первом монолитном доме. До середины сентября ожидается заселение еще почти 500 квартир. После получения ключей новоселы смогут начать процедуру оформления прав собственности на жилое помещение. Причем по условиям программы и решения окружных властей освобождать жилую площадь на Ямале для этого не требуется. Всего в рамках первого этапа программы переселения жителей округа из районов Крайнего Севера квартиры до конца года получат порядка 3000 семей. Полностью завершить строительство микрорайона компания-застройщик планирует уже в октябре.